А тем временем в Совете Безопасности ООН сменился состав. 5 его новых непостоянных членов выбрали на Генассамблее. Ими стали Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония. Все 5 кандидатов не имели сильных конкурентов в своих региональных группах и были избраны в первом туре. В ходе голосования они смогли заручиться поддержкой необходимых 2/3 делегаций из 193 стран, представленных в зале. Новые члены Совбеза заменят Иорданию, Нигерию, Литву, Чад и Чили, срок полномочий которых истекает в конце нынешнего года. Напомню, в Совете Безопасности ООН участвует 15 стран: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США входят в него на постоянной основе. Еще 10 членов избираются Генассамблеей на 2 года. Каждый год проводится замена 5 из них.